Знаете что? Хотелось бы нам немножечко отдалиться от конкретного милитаризма и уделить побольше внимания городским версиям наших изделий. И не сказать, что у нас вообще не было подобного. Был, конечно же, но хотелось бы все это привести в какой-то порядок и выстроить уже нормальную линейку. В общем-то, было решено убрать из каталога две таких модели, как Бродитель Сити и Киткат. И заменить их одной. Четкого представления о концепте рюкзака такого формата у меня не было, поэтому на помощь пришла моя любимая импровизация, которую вы сейчас можете наблюдать слева от меня. Мы ее сегодня с вами рассмотрим и уже потом, благодаря обратной связи, я уже сделаю чистовую модель, и мы еще раз на нее посмотрим. После долгих раздумий, с чего же начать этот обзор, было принято решение. Начать нужно сначала. Итак, на передней части рюкзака мы видим велкро-панель. Для чего? Для того, чтобы можно было всякие хренульки понацеплять. Правильно? Ну, хренульки же, по сути. Как бы моя бабушка сказала, возможно. Чего-то понацепляли хренульки всякие. Ишь ты какие, мы видим сложное много чего-то там дизайнерское решение. Всякие полосочки там, втачки, выточки. И даже вот здесь такая вот некая прожилочка. Чувствуете силу дизайнерской мысли? И это у нас фасад самого первого отделения. Для чего оно нам нужно? Кстати, пока не забыл, оно получилось такое достаточно широкое. Ну, понимаете, импровизация. И в будущем, в следующей версии, надеюсь, что в финальной, хотелось бы уменьшить на 1 сантиметр вот эту вот толщину. Для чего нужно нам это отделение? Для вещей, которым нужен быстрый доступ. Предлагаю его открыть. Открывается она на полную катушку. И здесь мы видим сразу что? Видим мою жилетку. То есть сюда можно положить не только мелочевку, но и какие-то вещи. Например, сняли кофту, сюда запихнули. На передней стенке мы видим два кармана, которые закрываются. Ну, естественно, еще и открываются при помощи молнии. И в них помещаются, в принципе, достаточно объемные вещи. На передней стенке мы видим серию карманов открытого типа. Они объемные, но они как бы не топорщатся благодаря резинке, эластичной ленте, которая стягивает горловину. Карманов здесь по количеству 2 больших и 4, соответственно, небольших. Все они похожи друг на друга и разнятся лишь объемом, размерами.
Что бы хотелось здесь в будущем добавить? Я думаю, что нижним карманом, нижний карман я чуть увеличу по объему, совсем на чуть-чуть. Эти оставлю такими же, но здесь, короче, фишка такая. Здесь есть место под плоские карманы. И можно сделать отделение под карты, например. Может быть, проездные это, либо карты различного формата. Серию кармашков открытого типа. Может быть, их 3-4 здесь поместится, я не знаю. Уже на следующем образце, я думаю, было бы интересно мне это попробовать. И потом вам продемонстрировать. Ну, с этим карманом мы разобрались. Я думаю, что стоит пойти дальше. А дальше у нас... Дальше у нас боковые карманы, расположенные на, естественно, боковой части основного отделения. Они объемные, и их горловина стянута эластичным шнуром. Сюда, мне кажется, даже литровый термос влезет. Насчет литрового не уверен, 0,7 точно. Ну вот, 0,5-шечка влезает и остается еще место. Поэтому думаю, что влезет и литр. Но мы обязательно проверим. Потом. Стяжки боковые никуда не делись. Они с двух сторон по две штуки. Конечно же, будут те, кто скажут... Найдутся люди, которые скажут, что в городе две стяжки не нужны, одной вполне достаточно. И найдутся также те, которые обязательно... выскажут мнение по поводу того, что стяжки вообще не нужны. Но, тем не менее, мы, конечно, удаляемся чуть подальше, да, от милитаризма, но в целом бы хотелось немного придерживаться этого пути. То есть, как бы милитари, но и не милитари. Наверное, вы уже заметили вот эту молнию. Конечно же, вы подумали, что это наконец-то у Никиты появился рюкзак с отдельным отделением под ноутбук. Но я ноутбук с собой не ношу, но он туда влазит. Блин, у меня, по-моему, пятнашка. Пятнашка туда влазит. И мы еще раз проверим, он просто внутри основного отделения лежит в другом кармане. Мне хочется, когда финалочка уже будет пошита, мне хочется сделать... такую папку органайзер. Внутри будет много всяких кармашков, возможно, там велкро-панели, чтобы можно было что-то крепить, всякую мелочевку, и она будет прямо сюда запихиваться по размеру. Вот для чего я сделал это отделение. Но если кто хочет носить там ноутбук, почему бы нет? Единственное, надо понимать, что дно там, оно никак не усилено никакими пенками, ни пластиками. Поэтому, если туда его и запихивать, то желательно в каком-то чехле. И... финальный, либо просто в следующей версии, хотелось бы этот карман, что-то я запас большой взял, уменьшить его на 1 сантиметр. То есть я уже уменьшаю этот карман на сантиметр и этот. Соответственно, рюкзачок на пару сантиметров будет поменьше. Задняя часть рюкзака. В принципе, ничего-то особо не поменялось. Так как это все-таки такая сити-версия, то мы помним, что супер-супер дизайнерские мысли и след этой дизайнерской мысли, он виден и на лямках. Видите вот эти замечательные скосы, раскосы, как их назвать правильно, я не знаю, при помощи которых можно комбинировать цвета. А в целом... лямки остались теми же, они как-то не напрягают ни меня, ну, судя по отзывам, ни вас. Лямки сейчас пришиты под углом. Не подумайте, что здесь просто ткань, а внутри еще есть стропа. Частый Вик вопрос это, они не оторвутся ли эти лямки? Блин, ну,
У меня не отрывались. Я не знаю, что туда нужно засунуть, чтобы они отрывались. То есть здесь вот, по-моему, 3 раза прошито, плюс крестом, то есть вот это все вот и... И кто-то еще спрашивает, то есть, а вот... Как же вот есть фирма, которая вместе со стропой туда вот, со стропой. Но нагрузка-то на лямки все равно вот здесь больше идет, вот в этих местах. Здесь, кстати, получается зашито 2 слоя ткани. Кордон и кордура тысячная. В этих местах, где нагрузка самая высокая, здесь вообще получается не 2 слоя, а 4 слоя ткани, потому что все это шьется на выворот. Соответственно, 4 слоя ткани здесь вполне достаточно для того, чтобы лямка выдержала приличный вес. Ну, с учетом того, что прошито все нормально. Валики. Наши любимые валики. И в спинку вставлен пластик. Именно не вшито, а вставлен. Его, кстати, можно вынуть и, например, использовать как опахало для шашлыка. Грудная стяжка, понятно, есть, снимается, регулируется. Также есть поясной ремень. Тоже он регулируется и снимается. Опять же, есть те, кто пользуется этими девайсами, позволяющими распределять нагрузку с ваших плеч на другие части тела. Грудная стяжка на грудь, поясной ремень, соответственно, на ваш замечательный животик. Ручка. Конечно же, чувствуется, что великий дизайнер оставил свой след и здесь в виде, ну, как бы из 2 строп сделано, но мы здесь видим такую вот прожилочку из ткани. Чтобы вы шли по городу, и все люди смотрели на вас и говорили: «Боже, боже, 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 это же Гуччи!» Или что там еще бывает? Гуччи, эти что-то, Габбана, Дольче Габбана и... Витон, Луи. Ну хотя бы этот, Юдашкин. Боже, наверное, от Юдашкина. Что еще у нас есть? Что еще? Этот бок точно такой же. Сверху мы все рассмотрели. Снизу имеются две стяжечки, 2 регулировочных, по сути, ремешка. И при помощи них можно к донной части рюкзака цеплять всякие штуки. Дополнительное снаряжение, например. По-моему, пора переходить к основному отделению. Отщелкиваем 1000 фастексов в переднюю стенку вставлена пенка, та же, как и в этот карман. Тоже помогает сохранять форму, ну и работать с таким формованным рюкзаком гораздо удобней. 1000 органайзеров, но мы сначала про переднюю стеночку с вами. На передней стенке мы видим 2 объемных кармана на молнии. Они уже не из сетки, они из подкладочной ткани сделаны. Долго размусоливать мы не будем. Мы займемся органайзерами. А конкретно мы их просто вышвырнем наружу. И здесь мы уже видим, что мы видим. Пространство некое. И организацию. В виде объемного кармана, горловина которого стянута эластичным шнуром. Этот карман предназначен для того, что вы туда положите. Здесь лежит ноутбук, размеры которого я не знаю, но, возможно, сейчас они на экране где-то появятся вот здесь вот. Опять же, можно там папку с документами положить формата А4, либо ноут. Вверху имеются 2 вот таких штучки и 2 рядом для того, чтобы что-нибудь за них подвесить.
В общем-то и все. Организация основного отделения на этом заканчивается. Ждем в комментариях ваше мнение касательно данного изделия. После этого будет собрана специальная чрезвычайная комиссия по изучению ваших мнений, и мы придем к неким выводам. И после этого соберем еще один образец. На этой прекрасной ноте я удаляюсь.